Начинаем очередное видео. Находимся во Вьетнаме. Сейчас поедем проверять местный трек в городе Хошимин. Чтобы добраться до трека, который находится в 30 с лишним километрах от самого города, вызвал такси Grab. Это местный аналог Uber, если кто. 574 тысячи донгов по текущему курсу, 1600 рублей. Такие вот ценники. Есть, конечно, вариант доехать на автобусах, ну, общественный транспорт, но Google рисует, что это займет где-то 2.5 часа, хотя там ценники, ну, примерно 10 тысяч донгов за билет. Ну, то есть, даже если там сколько было, 3-4 пересадки, ну, пускай 50 тысяч донгов это бы стоило, то есть это бы стоило в 10 раз меньше. Сразу видео про то, почему 30 километров мы едем час, и это стоит 1600 рублей, потому что вот мы едем, сколько сейчас, 40 километров в час, где-то так. И вот все дороги здесь такие. Ну, там по межгороду, может, мы там чуть-чуть быстрее поедем, но здесь никто особо не гоняет, потому что просто в любой момент из вот любого вот такого переулка там может выскочить байк. Поэтому едем медленно. Целый час, 30 километров. Час в такси, и мы приехали на трек Dynam Racing Complex. Тут ничего нету, по звукам никто не катается, но у меня запись через 40 минут. Я не знаю, может, у них тут обед. Сейчас узнаем, что происходит. Так, здесь какой-то светофор. Это вообще похоже на дрэговый стрип. Ага. Это похоже на какое-то гоночное что-то. Мне сказали, нужно идти куда-то прямо туда. Ну вот сейчас пойдем искать. Я решил не идти по всей этой дрэговой прямой. Просто прошел насквозь. Примерно так вроде говорил охранник, но я что-то так не понял. Потому что английский здесь не знают. О! So 1 p.m. Uh-huh. So it's 1 p.m. So I need to wait, right? Yes. Yeah, okay. Fine. Так, прокат картинга во Вьетнаме. Кто там смотрел Instagram, уже мог посмотреть. Но мы еще раз снимем. Что мы здесь имеем? Рама. Какая-то. Вот. Не знаю, что это за производитель. Не знаю, что за тормоза, я недостаточно хорошо разбираюсь. При этом мы видим, ну какое, я даже не знаю, какое здесь передаточное число. Тарини 210 мотор, четырехтактный. Мы здесь видим кастомные карбюраторы, кастомные УСПИ. Мы здесь видим кастомный выпуск. Угу. Вот так. Что мы еще здесь можем увидеть? Ничего не увидишь. Вот. Ну и обычная рама. Дальше что у нас? Тимав сидушка. Гидравлические тормоза. И резина. Made in Vietnam. Ну понятно. Made in Vietnam. Собик. Вот такой вот прокат. Сейчас пойдем посмотрим на сам трек. Вот так выглядит трек. Вот. Находится все это дело возле парка Dynam. Тут дальше есть какой-то вон
amusement zone. Ну, тут наверняка ничего видно не будет. Короче, там есть какое-то большое искусственное озеро, где можно детям и взрослым поплескаться. Там где-то есть еще зоопарк. И есть какой-то парк аттракционов, развлечений. Не знаю. Вот. Но так как у меня там желание никто не изъявил, я приехал только на картинг. Вот так. Тут, я так понимаю, есть еще и прокат всяких вот двухколесных вещей. Если кому-то Александр будет интересно, или кому-нибудь еще. Надо будет, наверное, даже зайти спросить, что оно тут стоит. Вот, картинг стоит, ну, так, прилично. То есть 15 минут, 800 тысяч, по-моему, где-то донгов. Это по текущему курсу 2500, 15 минут. Говорят, что если ты едешь как нормальный человек, то вот по вот этому треку ты должен сделать где-то 15 кругов. Вот, соответственно, есть скидки, если взять сразу же там 2, 3, 5, 10, 20 заездов. Вот, эти абонементы, они для тех, кто здесь будет, может быть, отдыхать, можно их потратить там за сколько-то месяцев. То есть не обязательно в один день все это делать. Так, вот здесь вот есть у нас рисуночек трека. Вот так, мы где-то вот тут. Мы сейчас вот здесь, да. Тут вот такие комбинезончики. Там под ним заставляют одевать защиту ребер. Не знаю, что там будет на камере, видно мое отражение. Или слышно ли голос. Но тут, короче, нужно выйти из 1.04. И говорят, тогда можно будет взять в прокат двухтактники. Вот. Но проблема в том, что там табло со временем нету. Вот там. И здесь никаких майхронов тоже нету. Yeah.
ngoài, tại rồi. Anh tại rồi mà. Какая-то чуть-чуть другая дикузи, хотя не знаю, вот ротокс. Что это такое, я не знаю, специалисты, я думаю, по видео поймут, что это за шасси, что это за все моторы. В общем, вот так вот на этой штуке. Вот, номер для хронометрии 17. Здесь. В общем, вот такая штука. Вот. Ну, короче, катнул. Чувак, с которым мы ехали на четырех тактиках, он вот уже местный, катается в чемпионате, живет во Вьетнаме. На ротоксе я ему проиграл 1/1000 по лучшему кругу. Но все равно проиграл. Потом по общему темпу, по видео можно посмотреть. Я, конечно, его, ну как, догонял. Мотоциклисты едут. Я его, конечно, догонял, но не обогнал. Поэтому все равно не считается. Вот такие дела. Пойду вот на эту вышку, поснимаю еще что-нибудь.